Прости, Эсмеральда. Я сделаю все, чтобы твоя смерть не оказалась напрасной. Я пристрелю его, как паршивого пса. Черт. Это и впрямь крепость. Что там происходит, Себастьян? Стэм просто в разнос пошла. Она как будто еще больше дестабилизировалась. Ты и половины не знаешь. То есть, ты с этим как-то связан? Я бы не стал ничего делать просто так. Я покончу с этим раз и навсегда. Я спасу Лили. И на этот раз у меня есть все, что нужно. Удачи, Себастьян. И... держи меня в курсе, ладно? Мне нужно знать, что там происходит, чтобы иметь возможность снова тебе помочь. Ты меня понял? Да. Буду на связи. Thank you.
услышишь от нас! Он поведет нас! Черт! В отеле чисто, Хоффман. Ты как там? Ну, вот и он. Что это? Портативный стабилизатор поля. О'Нил работал над этой штукой до того, как Теодор его изменил. Он создает небольшую зону стабилизации, которая оттолкнет пламя. Небольшую? Размером примерно с убежище. Достаточно, чтобы меня защитить. Отлично. Как это работает? А вот тут начинаются сложности. Это пробный экземпляр, так что может взбрыкнуть. Управлять буду я. Не хватало, чтобы он отказал посреди стены пламени.
Я не могу тебе это позволить. Слишком опасно. Как и оставаться здесь, если у тебя ничего не выйдет? Мне надоело прятаться. Выбраться можно, только работая сообща. Иначе нам Лили не спасти. А потом, вдруг тебе понадобится экстренный психоанализ? К кому обратишься? А ты умеешь убеждать, Хоффман. Конечно, умею. Я же штатный психолог. Ну да, точно. Тебе может понадобиться время. Скажи, когда будешь готов. Детектив Кастелланос, рада снова встретиться. Ты готов, Себастьян? Ладно, Хоффман. Давай начнем. Хорошо. Иди первый. Я буду нести его и управлять им. Он защитит нас от огня, но не от тварей, что попытаются нас убить. Не бойся, я с ними разберусь. Ну, погнали! Работает! Главное, оставайся внутри сферы! Пошли! Из-за огня ничего не видно! Просто следи за тварями и иди за мной! Я знаю, куда идти! Берегись, Хоффман! Это ты меня береги! Прекрасно! Они повсюду! Еще один! Берегись, Хоффман! Это ты меня береги! Прекрасно! Они повсюду! Значит, он боится!
останавливайся! Мы почти у цели! Постой! Со стабилизатором что-то не так! Починить можешь? Попробую! Прикрой меня! Я же говорил, он может спрыгнуть! Ой, ты живой? Уже жалеешь, что пошла? Это мой шанс искупить вину перед Лили! И всеми, кого я помогла втянуть в СТЭМ! Так что нет, не жалею. Черт, кожу жжет. Надо как-то прорваться. Надо уходить. Беги! Почти у цели! Прости, Юкико. Он еще заплатит. Обещаю. И в конце концов, остался только я один. На меня он не